Наташ, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня нас посетили, порадовали нас участием. Расскажите, как ваше впечатление от ребят, от мастер-классов? Ну, меня сюда привела Ирина. Вот, а у меня было, в принципе, в последнее время желание помочь людям, да, добрым, открытым, вот, и которые, от которых отдача идет положительная. Поэтому у меня после посещения, да, значит, и общения с ребятами очень хорошая, вот на душе, можно сказать, нирвана, да, такая, потому что люди открытые, добрые, вот этим добром они отвечают. Так что у меня только положительные эмоции. Я здесь заряжаюсь. Да. А как вам наши волонтеры и литературные студии, танцы? Мне все очень нравится, ребята замечательные. Они чем-то отличаются от обычных людей, которые ходят на улице или конечно, нет? Да? Конечно. Да, чем? Ну, а чем могут отличаться люди, которые делают добро в повседневной жизни? Да, мы в обычной жизни идем, на самом деле все люди хорошие, просто у каждого настроение, например, плохое настроение, соответственно, человек, не каждый может, да, как бы негатив себе поглотить, он этот негатив выплескивает. А здесь люди собираются с хорошими, положительными мыслями, и, соответственно, от них идет только хорошее, положительное, позитив. Так что люди все позитивные, очень интересные, массу впечатлений. Вы еще к нам... Буду ходить, обязательно буду приходить, буду общаться с ребятами и в дальнейшем. Спасибо огромное. Спасибо вам, Леонид.